О, интересно, никакой оригами скол. Да, надо посмотреть, как они там работают. Что вы можете сказать о личности Чичваркина, его дружбе с Навальным, в частности? Ну, мы с Чичваркиным в друзьях в свое время давно. Я принял косвенное участие в акционировании Евросети, но очень косвенное. Он хороший человек. Ну, во-первых, давайте все-таки позволим там, и мне, и всем остальным дружить, но с теми, с кем мы хотим. Ну, вот Чичваркину нравится Навальный. Может, он ему нравится просто как красивый человек. Кто-то, Ирена Лесневская, да, когда мы спорили, я с Лерочкой и она, мы спорили там по поводу националистов, коммунистов. Ну, наша позиция известна. Ирена Лесневская говорила, что ну, мы тоже дружим с ней, и тогда дружили. Но она говорила, что вы просто завидуете Алексею. Он длинноногий, русопятый. Лерочка очень смеялась. Русопятый – это слово с такой негативной коннотацией, негативным значением, означает, что мы ваших академиев не кончали, мы. Ну, такой подход к жизни, там, мы простые, вот. Ну, вы знаете, с Лимоновым, вот это была очень все-таки демонстративная акция, когда Лимонова вдруг поддержали, но очень многие демократы. И Лимонов говорил, что он лидер оппозиции. Все то же самое. И его связи с ФСБ, с ГБ были очевидны. В Казахстане это проявилось. И даже не это важно. Важно, что и Лерочка это обнаружила, что он не убрал со своих сайтов региональных вот этот лозунг «Завершим реформы так, Сталин, Берия, ГУЛАГ». И в то же самое время хотел быть лидером демократов, ну, молодежной секции, так сказать, демократ. И флаг этой НБП, национал-большевистской партии, нацистской партии, ну, он просто был скопирован с нацистского флага, где вместо свастики черный серп и молот. Вот, и когда он на Васильевском спуске выступил в поддержку Путина, в поддержку оккупации Украины, Крыма, я поймал за язык нескольких российских демократов. Ну, все знают, наверное, там и Людмила Алексеева в наряде Снегурочки на его стратегию 31 приходила перед Новым годом, и Борис Немцов, ну, многие, там, и все левые демократы там с восторгом поддерживали Эдичку Лимонова. И когда вот он, ну, разоблачился, все вдруг замолчали. И я потихонечку, ну, понимаете, тут, конечно, можно было устроить там скандал, обличать людей. Вот. И я решил этого не делать. И Лерочка тоже как-то, у нее была примирительная позиция. Просто когда те же самые люди начали насчет Навального говорить, что вот он теперь лидер оппозиции молодежной, у него
него нет флага со свастикой, но он там зиговал и произносил этот фашистский лозунг «Слава России». Ну, он лозунг не фашистский, но его любят. Это лозунг фашистов, фашистской партии, РНЕ. И они говорят, слава России, зигуют так не слабенько. И еще очень любят одевать свастики на рукавники такие, со свастикой, красные на рукавники. Вот, да. Так что, возвращаясь к Чичварке, ну, давайте позволим ему, ну, нравится Алексей. Но он верит ему, ему хочется верить. Это же очень хороший признак, признак чистоты человека. Он наивный, верит, но он не политик, с другой стороны. И очень многие вот с Лимоном, с Лимоновым, когда я пытался там людей хватать за язык, они говорили, это ты политик, мы не политики, что хотим, то и делаем.